Детской гуашью напишу «Даму с горностаем» кисти Леонардо да Винчи. При работе с гуашью я выявил для себя несколько важных правил, которым я следую. Первое правило. Гуашь никогда не смешиваю в баночках, а только лишь на самодельных палитрах, куда выкладываю гуашь мастихином. Второе правило. Гуашью пишу тонкими слоями, потому что гуашь – это разновидность акварели. По технике схоже с темперной. Третье правило. Постоянно промываю кисти, в том числе в проточной воде. Четвертое правило. Стараюсь писать при дневном свете, чтобы лучше понимать оттенки. Пятое правило. Учитывая, что гуашь сохнет от 30 минут до 3 часов, не даю предыдущим слоям полностью высохнуть. Это улучшает адгезию между слоями, в итоге долговечность. Те, которые предаются практике без знания, похожи на моряка, отправляющегося в дорогу без руля и компаса. Практика должна основываться на хорошем знании теории. Леонардо да Винчи.